нашу больницу городскую передали как поликлинику. Как филиал сделали, Алексеевскую? Да, нет, поликлиника номер 5 Алексеевской районной больницы. Центральной районной больницы. Да. Сделано, я хочу сказать, правильно было. Мы стали ближе и роднее Алексеевской районной больницы. Вот, у нас и квоты выделяются больше. Ну и специалисты, наверное, все-таки специалисты должны приезжать. Чаще принимают, да. Электронные записи, все это очень удобно. Но скорая помощь, она осталась в памяти у людей. К сожалению, она к нам приходит с большим опозданием. Но дороги все-таки основная проблема. Вот. У нас просьба от населения, значит, такая, сделать хотя бы круглосуточную, неотложную помощь. Мы проанализировали работу скорой помощи, вызовы с 7 вечера и на следующие 7 утра. Да. Это в 2 дня один вызов. Да. А вот мы посчитали по ОМС, как это будет оплачиваться, и получается, что если мы сейчас открываем здесь неотложную помощь круглосуточно, то стоимость неотложной помощи увеличится по отношению к средней полосе в 6 раз. Давайте так, Юрий Иванович, вот мы сделаем дорогу в этом году, приведем ее в нормативный порядок, посмотрим, как у нас будет скорая помощь доезжать, как быстро будет доезжать. И после этого еще раз вернемся. Если проблема не снимется, тогда будем смотреть, что мы можем сделать. Пожалуйста. Представитель многодетных семей. Просто вот вопрос, может, мы чего-то не знаем. Вот когда электрификация, газификация, ну, короче, все, что должно подвестись, оно на определенном участке должно заканчиваться или подводиться к нашему участку, к дому? Как вообще положено? Что касается вопросов газификации. У нас есть несколько программ. Значит, две программы основные. Это программа синхронизации с «Газпромом», которую мы ведем. Значит, там программа следующая. Жители делают проектирование за свой счет. После этого «Газпром» ведет магистралку, мы внутри квартальной сети. Жители оплачивают проектирование и установку своего оборудования уже в своих квартирах либо домах. И одно из условий этой программы – мы должны потратить из регионального бюджета не больше 150 тысяч рублей на одно домовладение, ну, то есть на один дом. Значит, это первая программа. Вторая программа – газификация села. Она меньше. Есть еще внутренние обязательства, подчеркиваю, внутренние обязательства по многодетным семьям. Значит, программы у нас как таковой нет. Но если мы будем видеть, что многодетные семьи реально начали строиться, мы будем изыскивать средства для того, чтобы туда подвести необходимые коммуникации. Что касается электричества, с этим вопросов нет. По постановлению правительства к любому домовладению, которое вы планируете построить, соответственно, в заявочку пишите, и вам тульские электросети подводят электричество. Как нам жить в окружении такого, как вы говорите, красивого слова, промышленного кластера? Цементный завод, 100 метров стоит дробилка. В данном случае разрешение на определение зоны, соответственно, давал Роспотребнадзор, Росприроднадзор. Значит, вот какое по данному населенному, по данному предприятию у нас зона какая? Официально окончательная санитарная защитная зона по данному предприятию не утверждена. На сегодняшний день предприятие регулярно проводит лабораторные исследования для того, чтобы определить окончательную границу санитарно-защитной зоны. Значит, давайте мы будем считать ваше сейчас обращение, формальным обращением к нам. И я поручу Шерину вместе с представителями Росприроднадзора и Роспотребнадзора провести проверку. Нам единственное нужно согласовать с прокуратурой, да, правильно? У нас же сейчас секундочку, у нас проверки, мы должны внеочередные согласовывать с вами, правильно? Согласуйте нам проверку-то. Хорошо, вот будем считать, что Нина Михайловна, пожалуйста, координаты ее запишите, да. И по итогам комплексной проверки еще раз проведем встречу с инициативной группой жителей для того, чтобы, так сказать, проинформировать их о результатах проверки. Нарушено федеральное законодательство, не нарушено. Ну и дальше, чтобы жители уже дальше могли акт проверки оспорить, например, в суде, если будут не согласны. Ну, да. Вот есть этот миф, знаете, что вот Гурова цемент там или Тула цемент нам дают доход. Нет, не дают они. Пока они пользуются теми льготами, которые предусмотрены у нас региональным законодательством. Основные доходы, которые поступают в бюджет рабочего поселка, конечно, они идут за счет тех налогов, которые платите вы. Значит, но при этом хочу сказать, что того уровня доходов, который есть, в принципе, при рачительном, рациональном расходовании достаточно для того, чтобы поселок содержать в хорошем состоянии. Его просто можно, ну, как сказать, вот просто взять и весь вымести. Пускай он будет не очень богатый, но он должен быть чистым и аккуратным.
Вот да. Но надо делать его еще аккуратнее и чище. Поэтому я очень полагаю здесь на вашу помощь, поддержку, а мы со стороны регионального правительства будем вам во всем оказывать помощь и поддержку. Хорошего вечера, до новых встреч.